Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Обсуждены заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО и региональные события, включая войну между Украиной и Россией. Президент Эрдоган заявил, что отношения Швеции и Финляндии с ИЦами и структурами, подконтрольными террористическим организациям, представляют собой основную проблему. Турецкий лидер отметил, что в Анкаре должны убедиться, что интересы Турции будут учтены. Эрдоган указал на недопустимость игнорирования справедливой реакции турецкой общественности на заявку о членстве в НАТО стран, поддерживающих терроризм.